Так, ну, давайте пробовать. Закончить последний квест Прая на 5 звезд. Это дополнительная шкала, которую дает, извиняюсь, которую дает ЕС, то есть это для Мелины. Так, ну поехали. То есть для чего тут нужен Юрка? Для того, чтобы Мелина могла бить, а не хилить. Так. Лишь бы только они все это успевали бы. И мне бы не тупить. В принципе, да, даже... Это, конечно, риск. Thank you.
Вот. Теперь... Проблема в том, что здесь не те персонажи, которые мне нужны. Так. Сейчас мы. Это порешаем. Получилось. Не страшно. Без лунатика? Ну ладно. Пробуем. Сейчас, минуточку, Аннабель. А ладно, поехали. Мелина, ты просто бесподобна. Мелина, я тебя просто обожаю. Ёлки-палки, мы смогли. Так, мы смогли, поэтому остальная часть квеста будет после того, как я перестану трепаться, я имею в виду, и запишу нормальный сюжет. Все, ждите.